Ученые выяснили, что планшеты на уроках математики повышают качество обучения. В проведенном исследовании приняли участие и ученые Казанского университета. Группа исследователей изучалась, насколько выполняемые на планшете междисциплинарные упражнения, в отличие от традиционного обучения математике, влияют на повышение качества знаний. Что из себя представляет междисциплинарное упражнение, нам удалось выяснить у заместителя директора по международной деятельности Института психологии и образования Казанского федерального университета. Естественно, очень важно, чтобы учитель умел привлекать знания, которые даются по одной дисциплине, с теми, которые даются по другой дисциплине, чтобы в заданиях, которые даются детям на планшете, эти бы связи прослеживались. Ни для кого не секрет, что дети не очень любят стационарные компьютеры. Такой компьютер вынуждает сидеть, в отличие от планшетов, не сковывающих движения. Гаджеты можно рассматривать не как средство развлечения, а как реальную помощь в развитии ребенка. Благодаря созданному учебному приложению ученые наблюдали развитие мелкой моторики, реакции, логики, памяти и других важных навыков. Все зависит от того, какую роль выполняет планшет на уроке. Естественно, если просто отдать планшет и дать ему возможность такое свободное время, он будет отвлекаться. А если у него есть конкретное задание и дается точное время для выполнения этого задания, то на то, чтобы отвлечься, у ребенка просто не будет времени. Ученые уверены, что если учебную задачу создать в интересной форме, то дети с большим удовольствием будут ее решать, чем если бы она была просто им предложена в виде текста в учебнике. К тому же планшет помогает осуществить переход от образного мышления к абстрактному. Аделя Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.